Надо бы пора вставать. Сколько там время? Ага, уже 6 часов утра. Ну, в принципе, может вставать уже. Так, что бы заняться, интересно. Может, в принципе, начать ролик сделать. А, да, все хаюшки, с вами, как всегда, я, Сокплей. Я нахожусь в своей деревне, жителя номер 59. И добро пожаловать на мое новенькое видео. Сегодня я не знаю, конечно, чем я буду заниматься. Ой, я еще не проснулся. Ну, я, кстати, люблю рано просыпаться. Но иногда я, конечно, из-за этого сумму. Блин, а я шторы. Шторы не закрыл. Стоп. Надо бы выйти на улицу, посмотреть, что как. А что так холодно? Ема. А, снег? Ё-моё, скорее домой. Скорее домой, ё-моё. Там такая холодрына, ё-моё. Так, надо бы поскорее переодеться. Кстати, вот, ребят, оцените мой новогодний зимний прикид. Жду оценочку в комментариях. Да, это мой новогодний скин. Там холодно просто, ребята, вы не представляете, какого-то там на улице. И так как сейчас новогодний вайб, сейчас я бы вот украсил немножечко свой домик. Так, я возьму сейчас нужные вещи, которые мне пригодятся. Так, кстати, книжка с пером и тут конверт. Знаете, для чего? И он, кстати, оранжевый. Это чтобы потом обязательно бы отправить письмо Деду Морозу. Да. Возьму, значит, гирлянды. И вот такие, походу, это вроде как какие-то конфеты, не знаю, бог. А, это конфеты, короче, леденцы из бока. Так, ставим сюда, значит, елочку. И сейчас бы вот носочки бы повесить. Так, один сюда повешу. А, для начала вот ковер еще один уберу. Первый носочек. Второй носочек и третий носочек. Во, какая красота. Так, а ковер, пожалуй, я положу-ка в сундучок. Тут еще вот, получается, новогодние конфеты. Шапка новогодняя зимняя, то есть. И шарф оранжевый, кстати, моего любимого цвета. О, и вот это. Еще свечки и зажигалку возьму. Так, для начала вот это оттяну и вот это. Оцените мой прикид в комментариях. Так, ладно, пойду-ка, значит, я на первый этаж, мне на втором уже делать нечего. Люк, пожалуй, закрою. Поставлю-ка вот эти свечки, может, сюда. И зажигаем. Во, красота, главное, чтобы ничего не подожглось тут. Надеюсь, этого и не будет. Я на это надеюсь, конечно. Так, ну, вроде мне как ничего и не надо. У меня тут еще такая звездочка. Это я, пожалуй, ее поставлю, когда будут жить и строить большую елку. Ну, топор возьму, я там вот эти конфеты новогодние буду менять вместо бревен на вот такие конфеты. Ё-моё, ой, ё-моё. Так, ё-моё, снег идет уже, кстати, не так уж и холодно вообще. Блин, о, а жители уже украсили вместо бревен, поставили вот эти конфеты. Молодцы, жители, молодцы. Мне бы тоже этим заняться. О, житель-сосед. О, Сокплей, привет. Как настроение твое? Да вообще круто вообще. Новогоднее настроение вот просто. Крутяк все, короче. А это ты снеговиков построил? Да, я построил. Это я построил снеговиков. Маленький снеговик. И большой со шляпой. Блин, житель, прикольно. Молодец. Мне нравится, ребята. Оцените его снеговиков. Как думаете, прикольно он их построил? Так, ну да, я пока что прогуляюсь по деревне, не знаю. А потом начну заниматься своим домом дальше. Так, а мне интересно, ой, вот это еще повесили на свои дома. Интересно, как у жителей дома? Ой, а это вообще тут снегом завалило. Наверное, у каждого сейчас стоит такая елочка с носочками, не знаю. Так,
А тут что? Ой, тут жители уже на поляне своей, только она, конечно, в снегу. Снеговиков я вижу, вы строите. Молодцы, жители. Сразу видно, у вас есть новогоднее настроение. Так, пойду-ка вот туда. Так, и тут же получается. Так, привет, жители, на минутку. Да, ё-моё, тут снег, ё-моё, капец. Так, олень? Сани с подарками? А чё за житель? Житель. О, Сокпэ, привет. Привет, а вот это что такое? У нас тут что, Дед Мороз? Как сказать тебе? Это моё. Это мой олень и сани с подарками. Чего? Откуда ты это взял? Так, на рынок ездил в город жителей, вот такое прикупил, прикинь. Ничего себе. Вот это ты крутой, конечно, блин. Нашел, что купить себе, конечно, боже мой. Это сейчас на рынке такое продается, боже мой. Ничего себе. Ладно, ребята, я, пожалуй, пойду украшать, получается, свой дом. О, житель сосед, дай я посмотрю, как там у тебя в доме. У него тоже елочка, вижу, ну и вот эти леденцы. Ага. Так. Почтовый ящик у меня завалило. О, мне уже вот это повесили. Молодцы, жители. Значит, сейчас будем вместо этих бревен ставить вот эти леденцы. Я, пожалуй, это сейчас все сделаю за кадром, я к вам скоро вернусь. Ну, ребята, я вот поменял, значит, вместо бревен на вот такие леденцы. Так, не знаю, чем сейчас буду заняться. О, гирлянды! Точно, сейчас еще гирлянды повешу. И к вам обязательно вернусь. Все, гирлянды я повесил на свой дом. Не знаю, может, в своем доме сейчас повесить. Я посмотрю, тут можно ли куда-то повесить. О, ну сюда можно, кстати. Вот так, раз, два, три. Так, поднимаем все вот сюда. Куда можно еще? Походу уже никуда, в принципе. Ладно, значит, все остальное мы ложим в сундук. Эти бревна, вот это. Так, вот это ложим. А, и зажигалку я забыл положить. Во. Ну все. Заниматься мне сегодня нечем, и я не знаю, чем так заняться. Ну, может быть, значит, я буду уже с жителями готовиться к Новому году и все такое, не знаю. Ну ладно, ребята, я не знаю, чем заняться сегодня. Может, завтра чем-нибудь заниматься. Но сегодня я пока что отдохну и закончу, пожалуй, ролик. Ну, вы, конечно же, обязательно не забывайте ставить лайк на видосик, подписываться на мой канал. С вами я был, Сокпэ, и обязательно не пропускайте мои видео. Обязательно их смотрите. Я над ними очень сильно стараюсь. Всем удачи, всем пока-пока, ребята.